Всем привет! Смотрите, как упростить пользование macOS комбинацией клавиш для эффективного использования iMac. macOS обладает множеством функций, и освоение комбинаций клавиш – отличный способ освоить операционную систему, добавить продуктивности и удобства в работе с ПК. Далее мы рассмотрим не только базовые комбинации для копирования и вставки, но и более продвинутые, которые ускорят ваши действия в различных приложениях. Используя горячие клавиши для навигации, управления окнами, переключения между приложениями и многом другом, вы измените свой способ работы с Mac и сможете использовать его потенциал по максимуму. Так как использование комбинаций клавиш – это не только быстрый способ сэкономить время, но и эффективный способ оптимизации работы. Итак, начнем с простого, а именно базовых комбинаций, которые упростят ваши ежедневные задачи. Рассмотрим, как копировать и вставлять, открывать новые вкладки в браузере, а также переключаться между открытыми приложениями. К примеру, для копирования файлов, текста и так далее используется сочетание клавиш Command плюс C. Оно поможет быстро скопировать любой выделенный текст или файл. Для вставки скопированного файла в другое место нажмите Command плюс V. Таким образом, вы сможете быстро перенести его из одного места в другое. И чтобы вырезать файл или текст, нажмите сочетание клавиш Command плюс X. Далее этот же файл или текст можно вставить в другое место, нажав Command плюс V – вставить. Эти комбинации клавиш помогут в обработке текста, файлов и других данных. Следующее сочетание клавиш Command плюс T используется для открытия новых вкладок в браузере или приложении. Эта комбинация особенно полезна при работе с веб-браузерами или приложениями, где необходимо оперативно открывать новые окна. Если у вас открыто несколько приложений, вы сможете переключиться между ними с помощью клавиш Command плюс Tab. Это комбинация для быстрого переключения между открытыми приложениями. Для переключениями между окнами одной программы используется комбинация Command плюс тильда. Эти комбинации позволяют мгновенно переключаться между различными задачами и приложениями. Ну и чтобы быстро закрыть запущенную программу, нажмите Command плюс Q. При завершении работы с приложением это позволит вам быстро закрыть его и освободить ресурсы системы. Если вам нужно найти конкретное приложение, запустите окно поиска Spotlight. Для запуска нажмите комбинацию Command плюс Space. Этот поиск позволяет вам быстро находить файлы, приложения и другие объекты на вашем Mac. Spotlight обеспечивает быстрый доступ к различным функциям и файлам на вашем устройстве, что делает его мощным инструментом для повседневного использования в macOS. Итак, мы ознакомились с базовым набором сочетания клавиш. Теперь перейдем к более продвинутым – навигация и окна. Далее разберем, как быстро переключаться между окнами приложений, использовать Mission Control для эффективной навигации по рабочему столу и как управлять размерами и расположением окон. Для вызова Mission Control используется комбинация клавиш Ctrl плюс стрелка вверх. Нажатие этой комбинации клавиш открывает Mission Control, отображая миниатюры всех открытых окон и рабочих столов на вашем компьютере. Mission Control упрощает навигацию и организацию рабочего пространства, что особенно полезно при работе с множеством открытых окон и приложений. Если вы используете множество приложений одновременно, функция переключения рабочего стола поможет их упорядочить. Используя сочетание клавиш Ctrl плюс стрелки вправо-влево, вы сможете переключаться между рабочими столами. Чтобы закрыть текущее окно запущенное приложение, нажмите Command плюс W. Эта комбинация сократит время работы с окнами приложений. Следующий набор клавиш служит для перемещения и изменения размера окон. Для переключения окна в полноэкранный режим нажмите три клавиши Ctrl плюс Command плюс F. Повторное их нажатие возвращает окно в первоначальный вид. Чтобы открыть новое окно активного приложения, нажмите Command плюс N. Чтобы свернуть окно, комбинация Command плюс M. Сочетание Command плюс H,
скрывай текущее окно, а нажав команд Option плюс H, скрой все окна, кроме активного приложения, и команд плюс Q, чтобы закрыть окно приложения. С помощью данных комбинаций управление окнами станет более удобным и быстрым. Для работы с текстом также есть свои сочетания клавиш, которые помогут ускорить обработку. К примеру, для перемещения между словами и строками используй следующие комбинации. Option плюс стрелки вправо-влево для перемещения между словами. И Command плюс стрелки вправо-влево для перемещения к началу или к концу строки. Если вам нужно добавить специальные символы и эмодзи в текст, нажмите Ctrl, Command плюс Space. В результате откроется панель символов и эмодзи. С ее помощью вы сможете добавить текст к реактивности. Если вам нужно быстро переключить раскладку клавиатуры, нажмите сочетание клавиш Ctrl плюс Space. Быстрое переключение между раскладками клавиатуры. Функции копирования, вырезания и вставки мы разобрали. Это сочетание клавиш Command плюс A выделить все, Command плюс C копировать, Command плюс X вырезать и Command плюс V вставить. Для поиска текста в системе или в приложении нажмите комбинацию Command плюс F, а для сохранения изменений в документе Command плюс S. Следующее сочетание клавиш используется для отмены последнего действия – Command плюс Z. Данная комбинация поможет вернуть, к примеру, случайно удаленный текст, вырезанный файл или отменить последнее действие в одной из программ. А сочетание клавиш Command плюс Shift плюс Z делает повтор последнего действия. Эти комбинации клавиш облегчат вам работу с текстом и редактированием в любом приложении на вашем Mac. Далее рассмотрим несколько системных команд. Command плюс Space – открыть Spotlight для поиска и быстрого запуска приложений. Command плюс запятая – открывает Finder Settings. Для завершения работы конкретного приложения воспользуйтесь комбинацией клавиш Command плюс Option плюс Escape. В результате вы видите окно принудительного завершения. Option плюс Command плюс D поможет скрыть и вернуть док-панель. Ctrl плюс Command плюс Q заблокирует экран. И Option плюс Shift плюс Command плюс Q для выхода из учетной записи пользователя macOS. Комбинация клавиш Command плюс Option плюс Eject или Power, если у вас клавиатура с физической кнопкой выключения, используется для перехода Mac в режим сна. Она посылает сигнал для ухода в спящий режим, что аналогично нажатию кнопки выключения. Если ваш Mac не реагирует на эту комбинацию, убедитесь, что клавиша Eject или Power функциональна, и проверьте настройки в системных предпочтениях, чтобы удостовериться, что эта комбинация не была изменена или отключена. Для перезагрузки компьютера используйте клавиши Command плюс Ctrl плюс Eject или Power. Учтите, что точные комбинации могут различаться в зависимости от модели Mac и используемой клавиатуры. Например, на MacBook с сенсорной панелью Touch ID вместо кнопки выключения используйте кнопку Touch ID. Если у вас клавиатура Magic Keyboard, комбинации клавиш могут тоже отличаться. Несколько полезных команд Finder. Command плюс N открывает новое окно Finder. Для создания новой папки нажмите Command плюс Shift плюс N. А сочетание клавиш Command Delete переместит ее в корзину. Command плюс Z для отмены последнего действия. При желании владельцы Mac могут сами создавать сочетание клавиш для отдельных приложений macOS. Для этого нужно открыть системные настройки, перейти в клавиатуру, сочетание клавиш, выбрать раздел сочетание клавиш приложений, кликнуть по плюсу, выбрать приложение, для которого нужно создать комбинацию. В строке меню Title указать название команды, для которой нужно создать сочетание клавиш, и в поле «Сочетание клавиш» задать комбинацию.
Как узнать все горячие клавиши для любого приложения на Mac? У каждого приложения на Mac есть множество различных горячих клавиш. Узнать их можно в настройках системы macOS. Перейдите в System Preference, системные настройки, клавиатура, горячие клавиши. Здесь вы можете увидеть глобальные клавиши и горячие клавиши для определенных приложений. Или в настройках самой программы, в меню или системной информации. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, просмотреть или восстановить очищенную историю интернет-браузера, то в этом вам помогут программы компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите нужную программу. Запустите анализ диска. Утилиты отобразят доступные для восстановления данные, и вы сможете просмотреть и вернуть их. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Итак, сегодня мы рассмотрели важные и полезные комбинации клавиш операционной системы macOS, которые позволяют вам сделать ваш рабочий процесс эффективным и удобным. Мы изучили базовое сочетание для копирования, вставки и отмены действий, а также перешли к более продвинутым горячим клавишам для навигации по окнам, управления приложениями и редактирования текста. Не забывайте, что эти комбинации могут немного различаться в разных приложениях, и всегда полезно ознакомиться с горячими клавишами конкретного приложения и его справочной документации или меню. Использование горячих клавиш – отличный способ ускорять выполнение повседневных задач и повысить вашу продуктивность. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока.